моря. Как красиво. Откуда ты узнал? Что? Лилии. Это же мои самые любимые цветы. Просто я немного ясновидящий. А сегодня какой-то праздник? Или цветы просто так? Каждый день, который мы проводим вместе, для меня праздник. Борь. Я люблю тебя. Я никогда тебя не обижу, слышишь? Ты у меня такая красивая. Боря, я так счастлива. Я тоже счастлив. А чего ты хочешь сейчас больше всего? Хочешь шампанского? Нет. Я бы хотела уплыть куда-нибудь с тобой далеко-далеко. На острова. А давай поедем на Валаам. Я так давно мечтала. На Валаам не получится. Я в Швецию улетаю на стажировку. Мне документы сейчас надо делать. В Швецию? Ты не говорил. Надолго? Нет, на полгода. На полгода? Ну, чего ты? Полгода – это не срок. А потом я вернусь, и мы все время будем вместе. Я тебе обещаю. У нас с тобой программа минимум. Двое-трое детей, большой дом, и каждое лето моря и океаны. Как тебе такой план? Я согласна. Я тебе писать буду и звонить буду каждую неделю, я обещаю. Ну что ж ты пирог не ешь? Спасибо, не хочу. Ну тогда пей чай с лимоном. Александра Григорьевна, Боря уже давно не пишет и на звонки не отвечает. Я хотела узнать, с ним все в порядке? Все в порядке. Ну, ты же сама понимаешь, зарубежная стажировка, нагрузки более чем серьезные, и времени катастрофически не хватает. Должна вам сказать, в общем, я беременна. А Боря в курсе? Нет, я хотела лично с ним поговорить, ну, или хотя бы по телефону. Наденька. Тебе нужен хороший врач. Я дам тебе телефон моей подруги, мы все решим. Ну, я думала, что мы с Борей... Наденька, тебе же 19, да? Да. Куда вы так торопитесь-то? У вас будут еще дети, вам сейчас надо думать о будущем. Ты же студентка, верно? Третий курс медицинского. Вот, так мы коллеги. Надюша. Ну, дети, это не шутка, это ответственность. Наденька, детка, послушай меня внимательно. На Боря не рассчитывай. Боря и ответственность – это два совершенно разных полюса Земли. У него у самого еще ветер в голове гуляет. Одной теперь растить ребенка будет очень тяжело. У тебя будут еще дети.
Ладно, спасибо. Я все поняла, извините. Надя, подожди. Вот это телефон моей подруги. Я тебя очень прошу, не откладывай. Послушайте, Ольга, в вашем случае тромбофилия излечима. А вы еще сможете выносить и родить здорового ребенка. Но я ждала этого ребенка! Сейчас! Ольга, успокойтесь. Вы еще молодая, у вас еще будут дети. Хватит! Хватит меня утешать! Вообще, оставьте меня в покое! Надежда Андреевна! Надежда Андреевна! Надежда Андреевна, ну как же так? Ну ведь Ольга же здорова была, она же у вас наблюдалась. Все верно. И я рекомендовала Ольге сделать дополнительные исследования на определение уровня Дадимера. Если бы Ольга сделала этот тест, ничего подобного не случилось. Мы бы вовремя начали лечение. Но Ольга, к сожалению, мои рекомендации игнорировала. Ну, мы же не знали, она нормально себя чувствовала. А потом страховки же нет, этих анализов. При чем тут страховка? Я же назначаю эти исследования не просто так. Я два раза ей звонила и напоминала. Я даже ее на прием записала. Но она не пришла. Господи, ну у нас в роду все женщины всегда так легко рожают. Я подумать не могла. И Ольга тоже. Ладно. К сожалению, уже все случилось. Но это не приговор. Вы просто делаете то, что говорит врач. И в следующий раз Ольга сможет нормально родить. Точно? Или вы меня просто успокаиваете сейчас? Ничуть. У нее все будет в порядке. Извините, мне надо идти. Надюш. Ну, что ты себя изводишь? Всего предусмотреть невозможно, тем более все рекомендации ты дала. А что еще? Но первая беременность долгожданная. Надюш, ну твоей вины в этом нет. Давай без этой лишней самокритики. Ну, в конце концов, как это не цинично звучит, все мы учимся на своих ошибках. К сожалению. Напоминаю, дорогая коллега, что у каждого врача есть свое кладбище. У плохого врача кладбище побольше, а у хорошего чуть поменьше. Да. Господин Касьянов умеет утешить. Анатолий Олегович, ваше глубокое философствование сейчас вообще не к месту. Вы видите, в каком оно состоянии? В нормальном состоянии. Ладно. Все, соберись и давай работать. Я пошла в операционную. Свет. В холодильнике заливное съешь потом, а то твои наверняка все смели. Останешься голодной. Спасибо, с удовольствием. Давай. Вам бы, Наденька, заливное не подругам готовить нужно было, а уж, простите, мужу. Анатолий Олегович, вы не отвлекайтесь, а то проиграете. Вот и накаркали. Игорь Владимирович, проиграл.
хочешь, мы с тобой на выставку сходим? Абстракционист. На выставку? Угу. Хочу. Ну и хорошо. Давай, кто там у тебя? Так, Оболенская? Да, Оболенская. 7-й смотровой везите, живи. Ирочка, меня дальше не пустят, но я здесь останусь. Слышишь меня? Я никуда не уйду. Доктор, я вас очень прошу, помогите ей любые деньги. Так, какие деньги? О чем? Так, во-первых, не ходите здесь одетые. Пожалуйста, подождите там. Я сейчас вызову вашего врача. Извините, спасибо. Наденька, подойди, пожалуйста, 7-ю смотровую. Угу. А потом ко мне в кабинет зайдешь? Да, спасибо. Это Боленская, Ирина Николаевна, 36-я неделя, первая беременность. Была на осмотре с жалобами на отечность. Да, на таком сроке это бывает. Да, там сделали КГ плода, обнаружили какие-то нарушения сердечно-вредные. И тут анализа на додимер нет. В общем-то, разбирайся. Надо ее у нас пока оставить. Понаблюдаем в динамике, да? Нет, Игорь. Ее надо кесарить. Ну, вообще-то вот еще мало. А чего ждать? У моря погоды гипоксия плода как минимум гарантирована. Посмотри. Ну, ты лечащий врач, тебе видней. Посмотри еще раз, хорошо? Хорошо. Да, и поговори там с мужем, а то у нас приемная бьется головой об стену. Ладно? Ладно. Так. Простите, вы муж Оболенский? Да, я. Надя, ты? Боря. Что с Ириной, что с ребенком? А нужно делать кесарево. Она не доходила еще. Я знаю, но ситуация слишком серьезная, мы не можем рисковать. Послушай меня внимательно. Во-первых, нужно твое согласие на операцию. Ты подпишешь документы? Да, конечно. Во-вторых, Ирине, возможно, понадобится кровь. Моя подойдет, у меня вторая группа. Нет, у нее первая. Ладно, найдем. Господи, да успокойся ты, на тебе лица нету. Ну, ты понимаешь, она сознание потеряла возле консультации. Я на руках ее к машине нес. Боря, послушай меня. Ира молодая, сильная женщина. Она справится, все будет хорошо. Надь, я тебя прошу, помоги, потому что, ну, Ира для меня все, а ребенок, он ну, такой долгожданный. Боря, успокойся. Иди попей кофе, вон там кофе в машине. Да какое кофе? Я тебя прошу, иди. Я тебе после все сообщу. Спасибо. Надежда Андреевна, с вами все нормально? Да, пойдем. Скальпель. Так. Вот ты хорошо. Не волнуйтесь, все в порядке. Сейчас. Только кровотечение. Светосокращающее. Вика, зажим. Еще. Не останавливается. Кажется, надо удалять матку. Так, подожди, я еще рожать. Так, я попробую перевязать подвздошные артерии. Зажим. Справа вроде остановилась. Ну, это слева, надо давление. 80/50, пока больше не падает. Нет, мы очень сильно рискуем. Спокойно. Я все сделаю. Ручки немножко в порядке, но проблемы с дыханием. Готовьте ИВЛ. Нет, ты просто умница. Высший пилотаж. Устала? Игорь. Вообще-то мы вместе с тобой оперировали. Не, девчонку ты спасла. Если бы не ты, я бы все вырезал чертовой матери. Потом мы бы ее потеряли, если бы не кесарево. Да, малышка уже в гипоксии была. Придешь сегодня ко мне вечером? Ребята, вот у мамы будем одни. Нет, говорю, ну не надо. Что такое? Никто не смотрит.
Ну, ты же знаешь, что я не хочу афишировать наши отношения. Ну, почему? Я разведен, ты вообще свободна. В чем дело? Все равно, ну, отпусти. Отпущу, если пообещаешь прийти. Мы же договаривались. Без обещания и обязательств. Да помню, помню. Я, правда, не спросил, почему? Потому что обязательства все портит. Да? Угу. Так думаешь, ну ладно. В общем, ты приходишь, да? Да. Обещаю накормить чем-то неимоверно вкусным. Но если неимоверно вкусным, тогда, может быть, приду. Прошу, эндорфины для повышения настроения и снятия стресса. Ой, спасибо, Светик. Сейчас допишу и съем. Ой, просто кремень, а не женщина. Завидую. Свет, ты не можешь мне помочь? Угу. Подиктуй за обменной картой Оболенской. Ну, тут как курица, лапы, ничего не вижу. Давай, пиши. Угу. Так, ребенок, пол женский. Угу. Рост 43. Угу. Вес 2200. Группы крови. У матери первая, у отца вторая. Так, у ребенка третья. Подожди, так же не бывает, это какая-то ошибка. Надо сверить группы крови родителей. Да нет, ошибки быть не может. У Ирины кровь брали тут, все правильно. У отца точно вторая. Я сама у него утром переспрашивала, думала, переливание понадобится. Опа! Похоже, папашка-то не он. Да. А ты знаешь, кто муж Оболенской? Ну, предполагаю, какой-то обманутый наив. Борис. Подожди. Твой Борис? Рокотов? Не мой. Но да, Борис Рокотов. Офигеть. Ну, получается, отец не он. Светик, Светик, только я тебя прошу, никому ни слова, ладно? Угу. Пусть это останется между нами. Ну, конечно, чего ты. У них своя жизнь. Пусть сами разбираются. Пусть. Ну, Борис. Надь, ну что, все плохо? Ты успокойся, все хорошо. Прооперировали. Девочка хорошая. Состояние обеих стабильное. Как Гере можно? Нет, она еще в реанимации. Через пару дней разрешим посещение. Ты не представляешь, как я тебе благодарен. Спасибо огромное. Слушай, здесь кафе рядом. Может быть, посидим, день рождения дочери отметим? Борь, я не могу, да и вообще. Ну, здесь недалеко, на полчаса. Борь, извини, у меня много дел. Надь, я тебя очень прошу. Ну, если ненадолго. Ты подожди, я попозже приду. Хорошо. Я буду ждать. Ну что, сообщила? Mm-hmm. О, аж подпрыгивает от радости. Очень волновался за жену. Ну да. Как мир-то тесен. А я помню, как ты меня тогда на плече рыдала. Попил он тебе крови. Да перестань, Свет. 15 лет прошло, что вспоминать. Было и было. Ну ты чуть жизнь не сломал. Я ведь не сломал же. Да и вообще, похоже, он толком не знал, что тогда произошло. А может, и сейчас не знает. Так что зла я на него не держу. И вообще все забыла. Ну и правильно. Ладно, я побежала. Пока. Счастливо. Надюш, давай выпьем за мою дочь. Любимую и долгожданную. Здоровья ей. Надь, спасибо тебе. Ты, оказывается, прекрасный акушер-гинеколог. Тебе даже из других городов приезжают. Правда, фамилия у тебя Полунина. Это по мужу? Бывшему. Не стала менять, слишком много мороки. Дети есть? Нет.
Да у меня все прекрасно. Любимая работа, пациенты, диссертация на подходе. О, диссертация докторская уже так быстро. Ты лучше о себе расскажи. Ну что у меня? Все обычно. Живу в Питере, свой бизнес. Мебелью занимаюсь, дела идут в гору. С Ириной приехали сюда дом продать. Я наконец-то маму уговорил переехать к нам. Ты же мою маму помнишь? Конечно. Мама сейчас в Испании и еще не знает, что у нее родилась внучка. Ладно, Боря. Рада была повидаться, но нужно бежать. Я же тебя предупреждала, что долго не получится. Надь, подожди секундочку. Я очень часто тебя вспоминал. Боря, не надо. Все прошло. Ладно? Да. Увидимся. Да. Пока. Слушай, который час? Какая разница? Осталось сегодня у меня. И знаешь что? Вообще. Приезжай ко мне. Ну, Игорь. Что? Ну, по сути, сама, во-первых, ближе к работе. Нет, ну то, что ближе к работе, это, конечно, аргумент. Ну, хотя бы сегодня оставайся. Игорь, ну мне правда нужно идти. Я утром обещала плеер подружке отдать, мы с ней по утрам бегаем. А, ну понятно. А отложить это, перенести или как-нибудь, а? Я же обещала. У нас все хорошо. А почему ты спрашиваешь? Просто сегодня какая-то странная. Да нет, все в порядке. Просто день тяжелый. Устала немножко. Я побегу, ладно? Извини. Опять опоздала. Ну, никак не могу себя заставить встать по будильнику. Надеж. О, спасибо. Теперь повеселее да. будет. Буду как ты, сама дисциплина. Да ладно тебе. Побежали. Побежали. Привет. С добрым утром. Да я вот здесь все цветами украсил. Нельзя, наверное. Почему можно? Только не лилии. От них очень резкий запах. Нужно убрать. Я не подумал. Да, сейчас все уберу. Слушай, я помню, тебе лилии нравились. Может быть, заберешь себе букет? Нет, спасибо. Свете анестезиологу отдай, она будет рада. Хорошо. Ирина, как вы себя чувствуете? Как-то. Уберите эти цветы, пожалуйста. У меня от них голова болит. Осторожно, осторожно.
А вас что-нибудь беспокоит? Боли внизу живота. Аккуратно. Нет, ничего не беспокоит. Ложитесь. Руку дайте. Ирочка. Я не хочу никого видеть. Пожалуйста. Боря, выйди. Ей нужно отдохнуть. Боже ты мой, как все эти новоиспеченные папашки-то трогательны. Куда что потом девается, когда начинаются болезни, бессонные ночи, памперсы, беготня. Не все выдерживают. Это не тот случай. Борис очень любит свою жену. Ага. А теперь и ребенка. И потом не все отцы безответственные. Если вы намекаете на Игоря Владимировича, то тоже впадать в крайности не надо. Он теперь после развода совсем в няньку превратился. Так и будет. Квохтать над своими отпрысками до пенсии, до их пенсии. А я вот думаю, Анатолий Олегович, а как вас в неонатологи занесло? Вы же циник. Что есть, то есть. А ты почему без цветов? Мне кажется, тебе в первую очередь полагается. Борис пытался подарить, но я отказалась. Ой, какой заботливый муж, с ума сойти. Откуда что берется? Да, все меняется. Да, 15 лет как один день. Ты помнишь, что у меня в субботу день рождения? Ну, конечно, помню. Что за вопрос? Мы вас, Паша, ждем. Вас вместе с Игорем. Хорошо, мы придем. Даш, Тём, ну осторожней. Слушай, да. Да, хорошо, я понял. Я все понял, да, договорились. Ага. У тёщи приступ панкреатита, Майя поехала к ней, а Виктор в командировке. В общем, эти гаврики сегодня на мне, вместо вернисажа. Ну, хочешь, я тоже не пойду? Нет, ну ты что, ну почему? Сегодня же один день, встреча с художником, это интересно. Сходи, сходи. Найди с кем сходить. Обидно, конечно, хотел с тобой побыть. А то уезжаю на конференцию и... Ну, подумаешь, всего пару дней. Ну да, ты же скажи, что мы не школьники, что эти переживания не по возрасту нам, да? Ну, давай я правда не пойду. Нет, иди. Иди. Ты знаешь что? Иди, а то опоздаешь. Ну, ладно. Ну, вот. Даша, Тёма! Эй! Ну что вы деретесь-то? Пока. Пока. Ой, пока. Счастливо. Ну, пока. Так, эй, детвора, зонт. Вперед, побежали. Эй, меня забыли. Давай, каблук, давай, давай, давай. Ну что? Она по-прежнему не хочет меня видеть. Я ее раздражаю.
Борь, да не в тебе дело. Просто у нее стресс после родов. Все будет хорошо. Ты была такая смешная, неуверенная в себе девчонка. Если бы я знал, что... Если бы ты знал, то что? Ладно. Пойди проведай ребенка, а я к Ирине. Спасибо. Нет, вот я все-таки ничего не понимаю в этой абстракции. Вот что твой Игорь в этом находит? Он не мой. Так, подожди. Мне казалось, что ты его любишь. Свет, я прекрасно к нему отношусь. Просто у нас такие отношения. Без обязательств. Ой, очень современно. И я уверена, именно по твоей инициативе. Но почему же? Игоря это тоже вполне устраивает. Нам спокойно и хорошо вместе. Но зачем все усложнять? Конечно. Ведь любви-то это главное же спокойствие. Ты понимаешь, что ты тормозишь и себя, и его, между прочим, тоже. Я просто не хочу никому сильно привязываться. И съезжаться с ним не хочу. У каждого своя жизнь, свои привычки. Нет, ну подожди, ну это же просто какая-то дикость. Ты что, не понимаешь, что если мужчина любит женщину, женщина любит мужчину, то она должна ему варить борщи, они должны быть вместе. Ирин, вы спите? Ваш муж приемный. Он хочет к вам зайти. Я не хочу. Его видеть не хочу. Вы себя нормально чувствуете? Да, все хорошо. А может, вам стоит поговорить с психологом? Слушайте, у меня все в порядке с нервами, с головой. Я чувствую себя отлично. Ну а что тогда с вами? Ну что случилось? Может, Борис вас чем-то обидел? Чем он меня не обидел? Мы с ним даже не ссорились. Ну тогда я не понимаю. Я ему изменила. Так случайно получилось всего один раз, а потом на беременность. Ира. Так, Ира. Ира, успокойтесь, вам нельзя нервничать. У вас молоко пропадет. Да какое молоко, Господи? Ну вы же не скажете им, да? Вы же не скажете им, обещаете? Я не скажу. Привет. Привет. Надь, скажи мне, сколько это послеродовая депрессия длится? Боря, ну откуда мне знать? У всех по-разному. Она меня даже не пустила к себе. Ну, хочешь, я попрошу нашего психолога с ней поговорить? Хочу. Давай я тебя подвезу. Нет, спасибо, не стоит. Послушай, поехали куда-нибудь, прогуляемся. Надо с кем-то поговорить. Пожалуйста. Ладно. Присаживайся. Помнишь, как мы с тобой ваты объелись, а?
А потом я полез в соседний сад за яблоками, ты осталась караулить и боялась. Да, молодые были. Творили черт знает что. Как будто не могли эти яблоки в магазине купить. Ты стала слишком серьезной, не находишь? Не знаю, может быть, повзрослела. Ну? Да и работа у меня такая. Работа еще не вся жизнь. Два. Надо уметь отключаться. Держите. Ну, улыбнись и ешь вату. Да это же сплошной сахар. Да. Зато очень вкусно. Ну, давай. Спасибо. У меня всегда вата с детством ассоциируется. Мы приходили в парк, всегда вату покупали. Ну что, узнаешь прежние места? Сильно все изменилось? Да, не Рио-де-Жанейро. Кстати, Рио, мы там с Ирой познакомились. Да ты что, в Бразилии? Да, прямо во время карнавала. Она меня из толпы выдернула на танец. Она танцовщица, ну, по контракту там работала. А мы с другом, помню, всю зарплату угрохали и поехали в Рио-де-Жанейро. Мечта была там побывать, как у Остапа Бендера. Да, вот так вот я Иру встретил. Любовь с первого взгляда? Ну, можно сказать и так. Нет, она веселая, мне с ней хорошо. Правда, иногда хочется поговорить с умным человеком, с таким, как ты, например. О! Смотри, велосипеды. Пойдем посмотрим. Слушай, давай прокатимся. Да ты с ума сошел? Я 200 лет на велосипедах не каталась. Ну и что, ты же умеешь. Ну, умею, но у меня каблуки. Да ну, ерунда какая. Можно прокатиться? Да. А сколько денег стоит? Ну, покатайтесь, потом оплатите. Хорошо. А вата? Давайте, я подвезу. Ой, спасибо большое. Да ты что, серьезно? Да серьезно, конечно. Ну-ка, давай. Боря, я боюсь. Давай, мы с тобой в школе как гоняли, вспомни, давай. Ай, мамочки. Ну? Я боюсь. Давай, вперед, я за тобой. Любовь моя, с днем рождения! Ура! Ура! С днем рождения, спасибо, моя хорошая. О. А теперь сюрприз. Пойдем. Сюрприз? Туда, на диван. Всем? Прошу. Давай, 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 потом дай. Пашка, люблю твои сюрпризы. Девчонки. Через ноту придумаешь, как всегда. Молодец. Готовы? Да! Давай. Оп. Так. Прям на стеол. А? Вот это да, смотри, это же мой картошка. Да. Что это было? Слушай, да какой ты вот... Васька, какой вообще? Светка, ты сейчас куда? Летающая картошка. Да. Ой, а это кто? Ой, подожди, а, это Надя и Галя, помнишь? Да. А, сапоги твои, помнишь, красные? Да. А, вот я со стипендией. Ты их потом еще потеряла, как всегда. О. Ой, Надя, какая красивая. Ну ладно. Подождите. Ой, у меня же утка сгорела. Сиди, сейчас я... сиди. Я сама. А, ну ладно. Подожди, подожди. Ой, а это кто? А это не понял. Это с параллельным курсом, наверное. Ой, я... успели. Вот, еще бы чуть-чуть и сгорело. Так, так. Осторожней, не обожгись. Ну. А там на фотографиях ты с Борисом Рокотовым? Ну да, мы были знакомы. Очень близко. Игорь, это было давно.
Давай лучше индейку переложим. Свет, а где у вас большие блюда? А вот там, возьми на полке. Подожди, подожди, а это кто? Здесь? Да, вижу. Пойдет? Ну что, там не сгорело? Нет. Так, еще в пятую палату Кузнецовой обязательно зайди, ладно? Доброе утро, Надя. Ты что тут делаешь так рано? Ты знаешь, странное состояние. У меня ребенок родился, а я этого осознать еще никак не могу. Нет, головой все понимаю, вот здесь. Нет, пока. Ну ничего, придет со временем. Особенно, когда она не даст тебе спать по ночам. У нас тоже мог быть ребенок. Давай не будем об этом. Надь, послушай меня, я хотел прощения попросить, ну, за то, что тогда произошло, ну, послушай, там в Швеции все так закрутилось, я молод был. Мама мне рассказала все. Ты сама принимала решение. Ты обо мне вспоминала хотя бы иногда. Иногда. Извини, мне надо к пациенту. Дайте, пожалуйста, 3. Вот, спасибо. Сдачи не надо. Мам, а то я звоню, звоню. Поздравляю, у тебя внучка родилась. Правда? Да. Подожди, а почему раньше срока? Что случилось? Уже все хорошо, все хорошо. Тебе сейчас фотки ее покажу, смотри. Ой. Вот еще, смотри. А она что, под аппаратом ИВЛ? А, хотя да, она же не так. Ничего, зато какая она красавица, посмотри. Ну, покажи поближе. А какая у Ирины группа крови? У Ирины первая. Да, первая. Ты уверен? Да. Слушай, Боль, если у Ирины первая группа крови, то группу крови ребенка определили неправильно. Ты должен проверить. Мам, я тебя сейчас не понял. Алло. Привет, Борь. Зачем? Ну, хорошо, Первомайская, 19, квартира 4. Ты уже так близко? Ладно, жду. Привет. Что-то случилось? Надь, скажи мне, как такое может быть? Ну, ты же профессионал. У меня вторая группа крови. У Иры первая. У девочки третья. Но ведь этого же не может быть, да?
Тима, произошла какая-то ошибка. Ну какая ошибка? Не надо со мной как с полоумным. Ну, я был в клинике, я проверял анализы. Ну, может быть, тогда следует переделать анализ крови девочки? Не следует. Я разговаривал с вашим педиатром, Анатолием Олеговичем. Он мне все объяснил. Надь, это не мой ребенок. Не мой, да. Боря, мне очень жаль. Прошу, успокойся. Ты знал. Ты все знала с самого начала, когда мы с тобой в парке. Я тебя очень прошу, успокойся. Я пошел в эту клинику, на меня врач смотрел, как на идиота, с улыбкой. Боря, я не имела права тебе сообщать об этом. Это касается тебя и твоей жены. Но не меня, извини. Ты меня предала. Она и ты меня предали. Боря, ну подожди!